Добро пожаловать на просмотр видео по игре Pickup. И после того, как я снял обзор на данную игру, у меня просто куча комментариев было под видео, и в ЛС мне многие люди писали, что они знают, как собрать двигатель вот на этот пикап. У многих возникали проблемы, у кого что-то не получалось, где-то баги появлялись различные, вот, и многие просили подробного гайда, как поставить, полностью собрать и поставить двигатель на пикап, чтобы он ездил и так далее, не ломался. Вот, ну и сам я обещал вам, что сниму обязательно гайд подробный, где я все это расскажу и покажу. Ну что ж, вот я и решил его уже снять. Итак, у нас по времени 9 часов ночи. Вот, кстати, играю после обновления. Разработчик убрал здесь ворота на доработку и исправил кучу багов и подобных вещей, поэтому сейчас играть более возможно. Баги, конечно, остались еще. Большинство багов пофикшено. Итак, начнем мы с самого простого, а с того, что нужно поставить колесо. Сейчас нужно будет его прикрутить. Где у нас ящик с инструментами? Все, берем его с собой. И тащим. Все, открываем. Нет ничего сложного. Пару гайдов по тому, как собирать двигатель, я посмотрел. И поэтому должен знать сейчас, как это все собрать. Как все сделать. Еще все время буду путать ключи. Так, монтаж. Все, прикручиваем. Все, колесо мы прикрутили. Так, сейчас будем собирать руль. Нужно собрать салон еще. Там это... Ух ты, ничего себе, это что сейчас такое было? Капот багнулся малость. На вещи вставать нельзя здесь, видимо. Недолго на них стоять. Так, берем тогда приборную панель сейчас. И ставим ее в салоне. И все. А вот тот гайд, который я смотрел там, это не было сделано, и поэтому у автора в скором времени отвалится приборная панель. Как-то так. Ну и руль тут, и все вроде бы по салону, если я не ошибаюсь, больше там ничего делать не надо. Сиденье второе, не знаю, есть ли оно в принципе, но в гараже его нет. Ну что, вроде бы по остальному все. У нас остался только бампер и капот приделать. Остальное вся от работы с двигателем. Итак, начнем. Для этого мы берем, вот, сейчас посмотрю еще эту деталь ГБЦ. И ставим ее сюда. Сразу же принесу коробку с инструментами. Так, вот пусть она тут стоит. Сейчас ее развернем. Вот так вот, чтобы удобнее было. И будем сейчас подбирать ключи, смотреть, надо ли где-нибудь что подкручивать. Делается это все предельно легко и просто. И, должен сказать, довольно реалистично. Все, тут мы все прикрутили. Дальше вложим ключ. Нам нужно сейчас свечи зажигания ставить. Так, сейчас нам нужно взять трамблер и поставить его сюда. Нужно брать провода и устанавливать их. Еще поставить радиатор, он у нас ставится тут,
Так, также у нас есть аккумулятор, который нужно подключить и поставить тоже. Так, дальше мы берем вот этот ремень, ставим его. Потом, насколько помню, распредвал надо брать. Ставим его. Так, теперь мы берем генератор. Так, дальше нам нужно взять выпускной коллектор и поставить его вот сюда. Так, сейчас мы берем трубку и поставить ее вот сюда. Все, вот мы сейчас ее подключили как раз к радиатору. Надеюсь, радиатор прикручивать не надо, иначе у нас здесь произойдет сейчас нехорошее. Дальше мы берем стартер. Его нужно поставить вот туда. Так, это у нас впускной коллектор. Выпускной коллектор мы уже поставили, это вот впускной коллектор. Так, берем помпу. Она у нас ставится вот здесь. Сейчас нам нужно взять карбюратор. Уже утро начинается, 5 часов утра, мы все еще возимся с пикапом. Ну а теперь мы берем патрубок. Это одна из финальных деталей. Вот, ставим ее. А я думаю, почему у нас фильтр не ставится? Он, оказывается, не прикручен у нас к карбюратору. Вот в чем дело это было. Так, ну и теперь, соответственно, прикручиваем сам фильтр. Здесь всего лишь один болт идет. Ну и все. Я еще не ставил ремень, нужно ремень поставить, все, ремень поставили. Ну и что, получается все, двигатель у нас собран, остается поставить крышку от двигателя, положить все. Двигатель мы, получается, уже закончили, сейчас нужно поставить бампер и его прикрутить. И прикручиваем капот. Еще нужно было сейчас машину заправить, все эти масла залить. Закрываем все это дело. Все, ребята, поздравляю, мы собрали полностью сами вот этот замечательный пикап. Сейчас нужно открыть капот, чтобы мы могли туда все это дело залить. Итак, начнем мы с бензина. Открываем крышку, берем канистру и заправляем. Все. Бак у нас, не знаю, полный или нет, но канистра пустая. На всякий случай ее возьму. На заправку, если поедем, можно будет заправиться, заехать. Так, это у нас был бензин. Сейчас нам нужно залить антифриз и все эти вот прочие жидкости. Это тормозная жидкость. Так, ее нам нужно заливать вот сюда. Все, тормозная жидкость тоже закончилась. Ставим ее обратно. Можно будет заехать тоже в магазин, все это дело закупить. Ну и антифриз тоже. Все, заправляем. Канистрочка опустела. Зато антифриз появился в машине. Ну что, все получается, все детали, которые у нас были, я использовал. Еще возьму сейчас инструменты свои в дорогу, если что-то сломается. Закрываем дверь, закрываем капот и еще расскажу, как правильно заводить машину, потому что здесь тоже не все так просто.
закрываем двигатель. Итак, что нам нужно делать? Во-первых, действие зажигания и пуск. Задерживаем немного палец на кнопке, и все, двигатель завелся. То есть нажимаем мы сначала зажигание, ключ повернулся, а после того 1-2 секунды держим палец на кнопке действия. Все, двигатель у нас завелся, снимаемся с ручника в режим вождения. Все, ну и втыкаем первую передачу и поехали. Все, пикап у нас на ходу, едет, все работает, все просто супер. Что ж, ребят, думаю, вам сейчас тоже удастся собрать двигатель без каких-либо проблем. Пишите в комментариях, все ли у вас получилось, может что-то не получилось, я вам помогу. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ждите следующее видео, где мы поедем кататься по магазинам, смотреть, что в них продается, что есть интересно на карте. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео.